лесной людоед Виндиго. Виндиго – проклятие североамериканского континента. Чудовище-людоед, живущий в лесах и питающийся человеческой плотью. Виндиго умеет подражать человеческому голосу и заманивать жертву в лес. Он очень быстро двигается, и его нельзя убить выстрелом. Виндиго живут долго, очень долго, и у них удивительная способность к самовосстановлению. Любые раны быстро заживают, кости срастаются, и вскоре лесной людоед снова выходит на охоту. Сколько людей каждый год пропадает в лесу? Грибники, туристы, охотники, лесники? Где все они? Куда делись? Погибли, заблудившись в чаще, или стали добычей виндиго? Никто не знает. Индейцы Оджибвеи, а также алганкины, дакоты и эскимосы Аляски могут рассказать вам легенду о злом духе-людоеде, обитающем в лесах и на севере. В их рассказах это не просто людоед, а воплощение самого голода, который способен одним своим прикосновением или даже простым присутствием превращать целые племена людей в сборище каннибалов, пожирающих друг друга. Это и есть виндиго, которого, как говорят, можно встретить и в наши дни, в лесах и горах на севере США и Канады. Индейцы до сих пор связывают пропажу своих охотников и простых людей лесных штатов с прожорливостью виндиго. Индейские легенды, записанные миссионерами и исследователями еще в 17 веке, описывают виндиго как оборотня или дьявола-людоеда. И доля истины в этом есть. Сами индейцы утверждают, что дух виндиго вселяется в того, кто хоть раз попробовал человеческого мяса. А ведь индейские племена не раз голодали, голодали по-настоящему, и тогда трудно было удержаться от того, чтобы не спасти свою жизнь любой ценой. Например, в момент крайнего голода съесть своего соплеменника. Легенды о появлении виндиго. Сами индейцы, говоря о возникновении виндиго, признают, что существует несколько версий. Первая из них никак не связана с людоедством, она скорее о самопожертвовании. Когда родное племя преследуют враги и роду грозит смертельная опасность, самый лучший воин племени добровольно соглашается на страшную жертву. Он отдает духам леса свою душу. Превратившись в жуткое чудовище, он помогает племени победить. Но потом, когда угроза устранена, воин-чудовище не может снова стать человеком. Его жертва принята, и он навсегда уходит в лес, где окончательно превращается в виндиго. Родное племя начинает охоту на него, ведь виндиго – это смертельная опасность для людей. Есть и другое мнение. Говорят, что виндиго становится тот шаман, который чрезмерно увлекается черной магией. И хотя утверждают, что шаманы умеют быть виндиго, не становясь при этом людоедами, достоверно об этом ничего не известно. А вот еще одна версия, не хуже и не лучше других. Обычный человек тоже может стать виндиго по своему собственному желанию. Начать надо с голодания. Сколько вы можете выдержать без пищи? День, два, неделю? Когда голод станет невыносимым, пора отправляться в лес. Виндиго сам найдет вас, даже не сомневайтесь. Скорее всего, он использует добровольца в качестве съестных припасов на зиму, но, может быть, почему нет, сделает из вас виндиго. После трапезы из человечины тело добровольца постепенно покроется волосами, отрастут когти, глаза научатся видеть во тьме, а самой желанной едой станет сырое человеческое мясо. И, наконец, последнее. Самая вероятная версия – каннибализм. Зимы на севере бывают суровыми. Североамериканские индейские племена часто были отрезаны от всего мира на долгие месяцы. И когда еда заканчивалась, а до весны было еще далеко, вставал один простой вопрос – как выжить? Бывали случаи, когда человек съедал свою семью или соседей, но расплата была ужасной. Постепенно такой людоед становился виндиго. Но не только индейцы превращались в виндиго. Охотники, золотоискатели, путешественники, переселенцы, искатели лучшей доли, бродяги. Все, кто хлынул тогда на североамериканский континент, многие из них и не представляли, какой лютой, беспощадной и голодной бывает здешняя зима.
И бывали случаи, когда компания золотоискателей, спасаясь от неминуемой голодной смерти, убивала и съедала одного из них, оправдываясь тем, что выживает сильнейший. И все они, рано или поздно, все они были обречены превратиться в чудовище и мучиться от голода, который можно утолить только человеческим мясом. Как бы то ни было, индейцы до сих пор верят в Вендиго и считают его одним из самых опасных существ. Как же выглядит Вендиго? Чаще всего их описывают как высоких существ с безгубым ртом, острыми зубами и светящимися в темноте глазами. Несмотря на ненасытность, Вендиго отличаются крайней худобой. Иногда они покрыты свалявшейся белой шерстью. Некоторые же утверждают, что Вендиго совершенно лысые. Важное замечание. Говорят, что от Вендиго исходит неприятный запах, напоминающий запах трупа в поздних стадиях разложения. Обитает Вендиго в лесу, и там обычно не водится никаких животных, и всегда царит тишина. Вендиго строят логово под землей, в пещерах или забираются в заброшенные шахты. Они не любят яркого света. Перед зимой они обязательно делают запасы, прячут куски мяса на ветвях деревьев или в специально выкопанных ямах. Иногда в его логове имеются и пленники, стратегический запас на случай перебоя с питанием. Когда же припасы подходят к концу, Вендиго выходит на охоту. Обнаружив путника, он может красться по следу часами. Обычно, рано или поздно, человек начинает что-то подозревать, начинает прислушиваться, оглядываться, но заметить Вендиго не так-то просто. Потом людоед начинает пугать свою жертву. Временами путник слышит странные звуки. Ему кажется, что между деревьев мелькает чей-то силуэт. Он начинает подозревать, что в лесу, кроме него, есть еще кто-то, и этот кто-то двигается так быстро, что человеческий глаз не в силах его заметить. Иногда жертва слышит свист, напоминающий шелест ветра. От всего этого даже человек с крепкими нервами впадает в панику и пускается бежать, и вот тогда-то Вендиго бросается в погоню. Можно ли убить Вендиго? Давайте подумаем. Вендиго – живое, а не потустороннее существо, значит, его можно уничтожить, хотя бы теоретически. Но как это сделать? Его не берет обычное оружие, включая пули. Бытует мнение, что убить Вендиго можно серебряным оружием, но, наверное, не стоит на это слишком уповать, все-таки Вендиго не вампир. Советуют также пронзить сердце монстра каким-нибудь острым предметом, тоже желательно серебряным – колом, стрелой, ножом. Затем расчленить тело и захоронить в освященной земле. На самом деле, Вендиго не боятся серебра. Они боятся только одной вещи – огня. Вот почему опытные путешественники, даже те, которые считают легенды о Вендиго выдумками, стараются всю ночь поддерживать огонь костра. И вот почему охотники на Вендиго всегда сжигают тело убитого лесного людоеда. Кстати, об охотниках. Когда североамериканский континент начали заселять переселенцы, многие из них отнеслись к индейской легенде о Вендиго очень серьезно. Да и как иначе? Сначала бесследно пропадали люди, ушедшие на охоту, а потом несколько раз видели и самого лесного людоеда возле городка Росесу в северной Миннесоте. Вендиго регулярно видели там, начиная с конца 1800 и до 1920 года. Среди местных жителей нашлись люди, которые посвятили всю свою жизнь охоте на монстров, став профессиональными охотниками на Вендиго. Самый известный из них по имени Джек Филдер утверждал, что убил по меньшей мере 14 Вендиго за свою жизнь. Последнего он уничтожил, когда ему было уже 87 лет. В охоте ему помогал сын. В октябре 1907 года охотник Филдер и его сын Джозеф были осуждены за убийство женщины-индианки. Они оба признали себя виновными в этом преступлении, но в свою защиту заявили, что женщина была заражена лихорадкой Вендиго, и лишь считанные часы отделяли ее от полного превращения в чудовище, и ее необходимо было уничтожить, пока она не начала убивать других. Говорят, в Миннесоте Вендиго обитают до сих пор. Бывало так, что после нападения Вендиго людям все-таки удавалось остаться в живых. Но радоваться рано, они были поражены так называемой лихорадкой Вендиго.
Говоря современным медицинским языком, эти несчастные находились в своеобразном клиническом состоянии, наподобие психоза. Ночь за ночью они проводили в кошмарах, которые сопровождались невыносимыми болями в ногах, и в конце концов человек с дикими криками убегал в лес. Первым признаком превращения в вендиго, первым симптомом лихорадки, является появление странного запаха, который чувствует лишь будущий монстр. Этот-то запах и вызывает кошмары, от которых человек просыпается в холодном поту. Потом человек начинает чувствовать горящую боль в ногах, которая становится настолько непереносимой, что никто не может выдержать ее. Несчастный убегает в лес, сбросив с себя и обувь, и одежду. Так происходит превращение в вендиго. Не только шаманов или людей, приступивших племенные табу, но и тех, на кого пало проклятие вендиго. Большинство проклятых никогда не вернутся из леса, а те, кто все-таки придут обратно, останутся невменяемыми навсегда. Справка. Обратите внимание на небольшой нюанс. Если говорить о психическом заболевании, то правильнее будет употреблять термин «виндиго» или «уиндиго». Если же ведете речь о реальном монстре, то обычно называют его «вендиго». «Виндиго» — психическое расстройство у канадских индейцев, внезапное появление влечения к каннибализму, потребности в человеческом мясе. Подробное описание болезни сделано в 18 веке. Современное исследование проведено Джеймсом М. Купером в 1933 году. Слово «уиндиго» первоначально обозначало мифический клан каннибалов, упоминаемый у индейцев племен Чипева и Оттава, и обитавший на островах Гудзонова залива. Со временем в мифологии индейцев-алганкинов название «уиндиго» распространилось на племя злых духов, а также на дьявола. Возможно, этот миф был использован индейцами в качестве средства против каннибализма в зимние голодные месяцы. А вот что рассказывают о встречах с вендиго сами индейцы. Рассказ индейца племени Оджибве о встрече с вендиго. «Буря продолжалась так долго, что мы думали, что умрем от голода. Наконец, когда порывы ветра стихли, вспомнился отец, который был храбрым воином и выходил наружу при любой погоде. Пока буря не вернулась, нужно найти пищу или семье не выжить. Прихватив копье и нож, я пошел к местности, обычно более всего испещренной следами животных. Стою, изучаю знаки на снегу. Но мерцающий слой льда и снега не выдавал никаких признаков присутствия добычи. В такую непогоду каждое разумное существо находилось в пределах своей норы. Только не я. Зная, какой отчаянный голод испытывает семья, я продолжил охоту. Поскольку я двигался через жуткую тишину, нарушаемую только слабыми порывами ветра, то отчетливо слышал странный шум, шипение. Он шел отовсюду и ниоткуда одновременно. Я остановился. Сердце бешено заколотилось. Когда я увидел перед собой пропитанные кровью следы, выхватил нож, мгновенно догадавшись, что где-то рядом за мной наблюдает вендиго. Я знал о вендиго, еще когда сидел у отца на коленях. Из его рассказов следовало, что это было большое существо, высокое как дерево, с безгубым ртом и частоколом острых зубов. Его дыхание сопровождалось странными звуками, похожими на шипение. Его следы были полны крови. Этот зверь поедал любого человека, женщину или ребенка, который осмеливался зайти на его территорию. И можно было считать, что им еще повезло. Иногда вендиго хотел обладать человеком, и вместо умерщвления его делал так, чтобы несчастный тоже становился вендиго и выслеживал тех, кого он когда-то любил, и пожирал их плоть. Воин знает, что у него единственный шанс одержать победу над вендиго. Если не получится, тогда смерть. Или мысль была слишком ужасной, чтобы завершить ее. Я медленно отступил от кровавых следов, прислушиваясь к шипящему звуку. Был ли он сильнее в одном направлении? Затем крепко сжал копье одной рукой и нож другой. Неожиданно сугроб слева взорвался снегом, и из него выскочило огромное существо. Я увернулся в сторону и проехал по снегу так, чтобы одежда плотно покрылась им. Это могло мне помочь остаться незаметным на белом снегу. Тут, в серых сумерках, я заметил приближение неистовства. Это своим массивным телом бросился вперед вендиго, и только мое копье остановило его.
Оно ударило в грудь существа, но Виндиго просто стряхнул его, как игрушку. Я быстро отпрянул и притаился позади маленького дерева, наблюдая, как существо рассматривает на снегу мой прерванный след. Возможно, у меня есть еще один шанс, но теперь только один нож в руках. Виндиго уже всматривался острым взором в мою сторону, заметив тень рядом с деревом. Зверь наклонился, протягивая вперед длинные руки с корневидными пальцами. И тут я выпрыгнул из укрытия так, будто собирался обхватить существо, и неожиданно воткнул нож в его бездонный черный глаз. Виндиго взвыл от боли, когда лезвие ножа проникло в его глазную впадину. Существо попыталось сбросить меня с груди, но я крепко вцепился в зверя и продолжал наносить удар за ударом снова и снова в глаза и голову. Виндиго рухнул на землю, истекая кровью, чуть не раздавив своим весом меня. Как только я пришел в себя, стал рассматривать существо, которое на фоне снега было бы совсем незаметно, если бы не кровь, льющаяся из его глаз, ушей и ран на голове. Затем контуры существа стали расплываться, затуманились, и оно совершенно исчезло, оставив только багровые следы на снегу. Потрясенный, с бьющимся в страхе сердцем, уставший от напряжения борьбы, я повернул домой. Ослабевший, я знал, что у бури скоро закончится перерыв, и мне не сдобровать, если не найду убежище или не успею вернуться домой. На краю леса я повстречал рыжую лису. Это было упитанное и наверняка старое животное, о чем говорили седые полосы на морде. Лиса как будто была принесена мне в качестве награды за убийство Виндиго. С молитвой благодарения я убил лису. Мяса хватило на несколько дней, пока буря не сдула себя сама, и я снова смог спокойно выйти на охоту. Виндиго в кино и литературе. Думается, первым тему Виндиго поднял Элджернон Блэквуд со своим легендарным Виндиго в 1910 году. Интересу к данному персонажу добавил и Лавкрафт, представивший Виндиго одним из древних, настоящее имя которого Итхаква, «Бегущий ветер», «Бог холодной белой тишины». Частично использовал тематику Виндиго и Стивен Кинг. В современной массовой культуре Виндиго также не обойден стороной. Второй эпизод первого сезона сериала «Сверхъестественное» посвящен Виндиго. Также Виндиго упоминался в одном из эпизодов телесериала «Зачарованные». Однако это существо скорее было похоже на оборотня с рогато-копытными элементами. Есть Виндиго и в комиксах компании Marvel.